Привет, друзья! Сегодня готовим капусту, которая будет готова через сутки. Такая капуста подойдет и на праздничный стол, и на каждый день. Капуста получается красивая, вкусная, хрустящая. И хранить ее в холодильнике можно до 2 месяцев. Нам понадобится белокочанная капуста и морковь. Капусту нарезаем кубиком. Морковь натираем на терке по-корейски. Морковь и капусту перемешиваем. Мять не надо. Перекладываем в большую кастрюлю. Для маринада нам понадобится вода, соль, эссенция, растительное масло, сахар, куркума, сушеный болгарский перец, черный перец горошком, все соединяем в кастрюле и доводим до кипения. Кипящим маринадом заливаем капусту. Ставим гнет. Как только остынет, отправляем в холодильник. Через сутки капуста готова. В этой капусте все в меру, но всегда можно в маринад добавить что-то на свой вкус. Приготовьте и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким!